与美国前总统特朗普关系密切的美国脱口秀主持人卡尔森星期二表示，他人在莫斯科准备采访俄罗斯总统普京，但是他没有具体说明采访将在何时播出，只是提到可以在他的个人网站免费观看。Свобода слова – наше прирожденное право. Мы рождены с правом говорить то, во что мы верим. И это право не может быть отобрано, независимо от того, кто в Белом доме. Но они все равно пытаются. Около 3 лет назад администрация Байдена незаконно шпионила за нашей перепиской, а потом слила ее своим прислужникам в новостных СМИ. Они сделали это для того, чтобы предотвратить наше запланированное интервью с Путиным. Мы считаем, что и в прошлом месяце они опять проделали то же самое. Но в этот раз мы все равно прилетели в Москву. 卡尔森以激进的保守观点闻名，也因此赢得大批右翼追随者的支持。作为共和党政治活动的关键人物，卡尔森经常访问美国前总统特朗普，也常因散布假消息和发表充满种族主义以及仇恨言论的做法而备受批评。福斯新闻频道去年4月开除了卡尔森之后，卡尔森便在马斯克旗下的 X 平台推出一档节目。卡尔森表示，马斯克已经承诺不会压下或阻止他在 X 平台发布普京的访谈。卡尔森因为和特朗普长期交往而闻名，他这趟行程以及将与普京会面的传闻，已经引来美国自由派媒体评论员的强烈谴责。